Раз. Ребята, привет! Блин, вот честно, третий день я поднимаюсь на сцену, третий день всегда этот трейлер, конечно, раздает, ничего не скажешь. В общем, ну что, спасибо огромное, что пришли. Я понимаю, что вчера 100% кто-то познакомился поближе с друг другом. Уже такие интересные румянцы я вижу у вас, да, на щечках. Это круто. В общем, давайте приходить в норму, давайте просыпаться, потому что сегодня будет шикарный день. Во-первых, давайте вспомним, что происходит. Мы находимся в КВЦ «Парковый», и это второй год проведения, наверное, самого многообещающего, самого громкого барного события Восточной Европы. Барометр International Bar Show 2017. Ребята, привет! Ура! Так, сейчас я обратно пойду. Вот здесь мне больше нравится. В общем, смотрите, это финальный день, это день, ну, лично для меня особый, потому что все-таки я как-никак имею некоторое отношение к этому дню и к ребятам, которые будут на сцене, и к программе, и вообще ко всем вам. Поэтому это особенно приятно. В общем, что я хочу вам пожелать, попросить. Помните, что это финальный день, и нужно максимально задать тон, чтобы захотелось всем остальным вашим приятелям, друзьям вам позавидовать, вернуться снова сюда в следующий год. Поэтому используем все возможные хэштеги. Самый официальный, самый такой транслируемый хэштег – это «Барометр Бар Шоу 2017», либо «Барометр Шоу 2017». В общем, ребята, давайте ваши телефончики есть у вас? Ну, давайте, не стесняйтесь. Ну, поднимайте. Ну, что, вот. Блин, как на концерте Сплина вообще, все с телефона. В общем, это очень важный момент. Почему, ну, все эти такие кривляния медийные, они нужны для того, чтобы все-таки кого-то вдохновить. Я уверен, что много ребят из разных городов, но тем не менее кто-то работает, между прочим, вместо вас сейчас в вашем баре, поэтому хоть как-то им нужно передать привет. Это первое. Второе, не забывайте, пожалуйста, что сегодня весь день у нас также работает кофейный, наш стенд, зона даже, у нас есть образовательная зона, вот там у нас есть 24 бара со всего света внизу. И от себя хочу сказать, что это удивительный пример, ну, скажем так, прекрасной стратегии, потому что обычно выставки бывают для консюмеров, для потребителей, которые приходят наклюкаться и пропасть. И бывает для наших коллег прийти, вдохновиться, образоваться, познакомиться, ну и дальше уже транслировать эту идею у себя в барах. Второй у нас этаж для того, чтобы мы с вами вдохновлялись. Первый для того, чтобы что-то дегустировали. На первом этаже крутейшие бары, ребята, из Южной, Северной, Восточной Европы. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, добегаем туда и узнаем. Также у нас есть прекрасный фудкорт, это вот, по-моему, вот туда и направо. Вот, Чикен Киев, вот у меня вот любовь уже произошла с ним, поэтому туда тоже добегайте. В общем, мы выяснили, чем мы будем заниматься, и... Конечно, давайте не скучать, потому что сегодня будут те спикеры, которые ехали к нам, ну, долго, они готовились, и они хотят вашей поддержки. И for all the live viewers over there, I guess we're having live, so please put all the comments, all the feedbacks, basically if you are interested to get here for the next year, so please don't be shy. Ну и, конечно, вот эти буковки, которые вот там красивые, блестючие, для меня особенно приятные, потому что все-таки у нас целый день образовательной программы от компании Bacardi Martini. Все вы знаете, что существует такой ром, как Bacardi, вермут, мартини, игристые вина, тихие, но это целая компания, это целая семья и целая идеология, которая всегда-всегда шла в ногу с максимально, наверное, трендовым, модным, современным бартендингом. И я безумно рад, что я могу представить компанию Bacardi Martini сегодня и открыт этот образовательный день. В общем, четыре спикера, четыре секции, которые будут вас сегодня вдохновлять. Поэтому сейчас будет супер крутой ролик, который я с удовольствием скажу через 3 секунды. Погнали. В общем, ребята, это Bartender School и Bacardi Martini. Вот это наш официальный хэштег. Это третий день Барометр Бар Шоу. Это вы. Поэтому что, погнали? Погнали. Sunday, October 1st, 2017, main stage of Barometer Bar Show, in partnership with Bartender School by Bacardi Martini, only today. 5 world famous leaders of bar industry will coach you, lead you, educate you. Marin Young, Simone Caporale, Salvatore Calabrese, Max Ivashenko, Artem Peruk. Are you ready to rock? And it starts right now!
Yep, and it starts right now. Вот. Ребята, крутой лайнап, да, особенно последние два вообще мощнейших спикера, в общем, сегодня появится довольно... Ничего смешного, так и есть, сейчас вы дождетесь нашей презы, узнаете сами. В общем, ну, на самом деле, ну, круто, да, оказаться в числе таких именитых, ну, скажем так, специалистов, метров. В общем, сегодня будет круто, и я с удовольствием рад представить первого спикера. Наверное, один из... Сегодня будет много итальянцев, немного, вернее, два самых топовых, но, тем не менее, это итальянец новой волны, это человек, который отвечает на запрос космополитизма, наверное, да, человек, который участвует во всех возможных выставках, человек, который имел непосредственное отношение к самому, наверное, обсуждаемому, самому титулованному бару мира, Cartesian Bar. Это человек, который понимает, что такое настоящая харизма, что такое гостеприимство и что такое настоящее обаяние. Для меня, ну, я не знаю, бесконечно приятно пригласить его сюда на сцену. Это, дорогие друзья, мистер Симона Капорале. Hello, brother, so please step up on stage. Simona. All right. This is really cool. Ребята, круто. Я, please, давайте еще раз, Симона. Привет, привет, привет. So, I would tell you about how it's gonna be, the procedure. Процедура такая. Я знаю, что многие любят синхронный перевод. Я знаю, что все хотят побыстрее отделаться от наших лекций. Но, тем не менее, когда я на сцене, это будет долго, потому что я буду в два раза дольше болтать, чем Симона. Но так или иначе, сегодня будет у нас перевод последовательный, поэтому этот голос вам придется терпеть еще весь день. Это первое. Второе. Нам нужно очень от вас содействие. Если нужны будут вопросы, ответы, мы устроим небольшую вопросно-ответную сессию. Это второе. И третье. Ребята, чем больше энергии вы дадите Симона, все-таки он итальянец, тем больше он вернет ее вам обратно. Это понятно? All right, so Simona, the floor is yours. Thank you. Thank you. Well, the floor is ours because you have to translate as well. Yeah. So let's share it. It's too big for one person. Thank you so much. Так, ребята, сцена огромная, и поэтому, ну, так немножко будет с переводчиком, будем бегать туда-сюда. Спасибо вам огромное. So, yep. When Martini asked me to, if I was interested to do a speech about aperitivo, I thought that I shouldn't tell the story about aperitivo because definitely you heard it quite a few times by now, especially on internet. Ну, когда меня попросили появиться здесь и рассказать вам про аперитив, про феномен аперитива, я подумал, ну вот все-таки сколько раз вы это уже слышали, да? К тому же можно в интернете загуглить, можно как-то проанализировать, но тем не менее я не мог остаться в стране. So instead, I thought that to do some reflection and analyze together the function of the aperitivo, why the aperitivo exists, perhaps might be as interesting, as important as to know the history of aperitivo. Поэтому я подошел к этой презентации немножко с другого, скажем так, краю. Я решил рассказать вам не историю аперитива, а функцию. Зачем термин аперитива существует, что он позволяет нам почувствовать и, в принципе, какие его последствия или причины. В общем, может быть, это будет гораздо даже интереснее. All right? So, yeah, one thing that maybe keep in mind at the end, if you have a few minutes left, raise your hands if you have some questions. Obviously, we won't be able to reply to all the questions, but Artem will come down with the microphone if there's something. Поэтому, пожалуйста, все вопросы будут после презентации. Я вам желаю, конечно, вдохновиться и позадавать его. Не волнуйтесь, Артем, то бишь я, спустится. Ну, вот так вот вам микрофончик поднес. И мы пообщаемся. Это мы договорились. So, one of the things that we should, or at least what I would normally do, I always analyze the functions of the drinks that exist. Вот вообще, каждый раз, когда я имею дело с напитками, с коктейлями, смешанными напитками, я всегда думаю, как можно проанализировать функцию, для чего тот или иной ингредиент, для чего тот или иной напиток существует вообще. There are drinks that one of the functions is to refresh yourself. То есть есть напитки, которые призваны вас немножко, ну, скажем так, освежить. Which can be perhaps a glass of water or a beer, not necessarily it has to be a cocktail. Вполне может быть и бокал воды, либо пиво, не обязательно какой-то суперкоктейль. There are drinks that eventually energize yourself because of the source of high content of sugars or proteins, like a eggnog or a flip. Mm-hmm. То есть иногда есть напитки, которые должны вас немножечко, ну, как бы зажечь, да, из-за определенного количества сахаров или протеинов, как флип или эгнок.
Drinks that warms you up, drinks that eventually relax you. Imagine you are sipping a whiskey on the fireplace, smoking a cigar. It's when you want to dedicate your time to concentrate on something really special, perhaps you warm up somehow, no? Even mentally. Yeah. Но посмотрите, есть напитки, которые хотят вас разогреть, или вы хотите, чтобы они вас разогрели, есть напитки, которые должны вас расслабить. К примеру, вы такой вот утонченный мужчина, сидите у камина, ну или сеньорита, и вот бокал виски, вы расслабляетесь, чувствуете себя спокойнее. And then eventually there are the drinks that one of their functions is to stimulate your appetite. Ну, есть, конечно, напитки, функция которых стимулировать, как-то стартовать ваш аппетит. And generally, the first few functions, like refreshing or energizing, are simply action that you feel perceived from your mind, mainly. But when a drink stimulates the appetite, it creates a consequence that you have to look for after. So it's not, it doesn't reach a feel, but it starts a new feel. The appetite. То есть посмотрите, напитки, которые призваны, ну скажем, освежить вас, либо расслабить, это те напитки, которые обращаются к вашему сознанию, к вашему мозгу, да, и они в основном обращаются, как бы, ну назовем это, к воспоминаниям, но есть напитки, которые стимулируют аппетит, и это на самом деле не цель, это только старт, то есть вы что-то попробовали, вы захотели перекусить, и вот тут уже приключения начинаются. But that's why I believe that the aperitif or the bitter flavored drinks are the one that have more physical in terms of motion repercussion in your body. Вот поэтому я уверен, и я считаю, что аперитивные напитки, те, которые позволяют возбудить вас аппетит, они больше такие, ну, физиологические, да, то есть они больше стартуют процессов, и они, ну, в какой-то смысле, наверное, сложнее. Now, when we are drinking, when we make a, let's say, a cocktail to be consumed, the person that perceives the drink, it doesn't just insert a liquid, but it's actually stimulating his brain. То есть, когда мы употребляем какой-то напиток, неважно, смешанный либо в чистом виде, это процесс не просто поглощения какой-то жидкости, это процесс стимулирования каких-то эмоций, чувств, вообще работы с вашим сознанием, вашим мозгом. The most obvious example is the stimulation of the five senses. So we go sound, view, smell, taste, and touch. Самый объяснимый, самый понятный процесс, это, конечно, стимуляция ваших пяти чувств, да? Это слух, это назальное восприятие, пускай будет нос, глаза, это ваш вкус и, конечно, ваше тактильное ощущение. And when I think about touch, it's not just the fact that you touch the glass with your hands and you feel the temperature. It's also the fact that other parts of the glass touch your body, as the lips. То есть, когда я говорю вот это тактильное ощущение, это не только пальчики, дотрагивающиеся до вашего бокала, которые воспринимают температуру, холодный, горячий, какой угодно. Также вы, конечно же, воспринимаете это губами, дальше у вас, конечно, вот это вот все, ротовая полость, назовем это так, участвует. То есть, это общий комплекс. In fact, for some people, the thirstiness is pleased not just by the liquid or the temperature of the liquid, but by the fact that they feel the ice cubes touching their lips. Thirstiness. Yeah. When you feel thirsty, you say, oh, now I feel much better. Самое интересное то, что, допустим, та же самая жажда, она либо стимулируется, либо утоляется, как хотите, не только за счет прикосновения к бокалу, либо появления жидкости у вас во рту, но также, к примеру, губы, либо зубы, дотрагивающие, назовем это так, до льда, уже стимулируют, назовем так, взаимодействие с вашей жаждой. То есть жажда пропадает. То есть только вы дотронулись до льда, получается, вы еще ничего не попробовали, но жажда начинает пропадать. Это очень интересно. In fact, they've been doing tests for to see if actually a room temperature liquid can be as refreshing as the cold one, as long as you cool your lips and not the liquids. So you've made the test already? Yes. Есть интересный тест, в общем, по взаимодействию вашей, ну, не вашей какой-то жидкости, попадающей к вам вот, да, в организм. То есть жидкость может быть либо охлажденная, либо горячая, либо комнатной температуры. Но все зависит от того, насколько вы перед употреблением этой жидкости охладили, к примеру, губы или зубы. То есть, условно говоря, жидкость комнатной температуры, вы поводили, условно говоря, по губам или по зубам вашим льдом, и потом попробовали жидкость не холодную. И как воспринимается вкус? То есть жидкость сама была не холодная, но мы как бы намекнули вашему организму, что она будет холодная. Поэтому вкус разнится. And
I had this idea while I was speaking with a lady that she was pregnant. We were talking about cocktail. Obviously, she was explaining to me how she feels thirsty, because even the baby perhaps felt thirsty. And we were talking about the fact that she was so pleased to feel a big ice cube on her lips while drinking water. Yeah. Lerina? Lerina, your wife? No. Friend of a friend. A friend of a friend? Yeah. That's nice. Я общался с, скажем так, со своей подругой, она была беременна, и мне было удивительно узнать, что даже она чувствовала какую-то жажду, потому что ребенок чувствовал жажду. Это ни в коем случае не про алкогольный напиток, но просто насколько она была удивлена, как ей стало легче после того, как она просто губами дотронулась до льда хотя бы. То есть вот такое восприятие. But one of the reasons, obviously, that is stimulating our brain is not just because of the five senses, but the fact that when you're drinking alcohol, eventually after one or two drinks, you start to break some mental and physical barriers, and perhaps for a short amount of time, you start to think different and see different, or perhaps even be more aware for a short time, more awake for a short time. Yeah, you speak better English when you're drunk. You speak better English when you're drunk. When you're intoxicated, yes. Yeah, that's for sure. Until you can't speak no more. There is a certain point. Yeah. Но вот, и дело в том, что алкоголь, конечно, влияет в каком-то смысле на ваше сознание, на ваше физическое состояние, конечно. И иногда даже переламывает какую-то застенчивость. То есть вы стараетесь быть, ну, вы не стараетесь, вы становитесь, да, становитесь более раскрепощенными, раскрытыми. И даже, вот мы так пошутили, даже как бы английский вроде как лучше становится, только выпил и сразу болтун. Вот это тоже бывает. And once we, as a bartender, be in the bar, we can decode this reaction, we need to consider another very important things that can be the result of a success of a good drink or a good experience or not. И мы как бартендеры можем иногда декодировать, да, анализировать вот эту реакцию. Почему то или иное состояние мы приобретаем после нескольких напитков? Для нас это очень важно. Потому что как только мы будем понимать, зачем человек пришел, что на него повлияет, то мы можем и преподнести, что он хочет, да, получить. Мы можем преподнести определенный напиток. And the exam, I always call it 33%, 33%, 33%. I'll tell you, yeah, the guys. Yeah. И вот есть восприятие, so you would tell it or me? You would tell it? No, or? Yeah, but you translate and I tell. Yeah. Сейчас я, да, вам расскажу о том, что такое вот это восприятие 33%. Как мы воспринимаем? 33%, yes. So, you got your Negroni before. When you serve your aperitivo, your cocktail, your creation to someone that have never tried it before, he has one chance to drink it, and for some reason he will forget after a few days about the drink. То есть представьте, есть такие ситуации. Вы преподносите напиток, коктейль, ваше творение, аперитив человеку, который никогда не пробовал этот напиток до этого. And никогда. И получается, что у него есть шанс либо запомнить, либо не запомнить. Может быть, он вообще не запомнит, правильно? And that's pretty normal, because if I ask you which was the cocktail you drank 1 year ago today, most of you probably can't remember. И это нормально, потому что если я спрошу вас, какой напиток вы попробовали вот в эту дату, только год назад, помните его? Скорее всего, вы не вспомните. Ну, блин, ну год назад было, я не помню. There's another 33% of option where you drink something for the first time, and either because it didn't have a good taste to you, didn't like, or either because it reminds you some negative memories from your past, you will always remember of that drink as something really bad. Ну, то есть, посмотрите, следующие 33% существует использование, ну, ситуации вот такого использования. То есть, мы попробовали, нам просто не понравился напиток. Ну, так получается, не любили тот ингредиент, тот аромат, все, просто не наш напиток, условно говоря. Или этот напиток попадает в категорию, он мне напоминает о какой-то ситуации в прошлом. Ой, я не люблю касторку, я не люблю там какую-нибудь, не знаю, кукурузу, что-то еще не люблю. И, в общем, нам не нравится, потому что у нас есть впечатление из детства. Все, это отвратительный вкус, мне не нравится. То есть, опять же, 33%. Непонятно. Коту под хвост. And then finally, there is a 33% of cases, or a third out of three, where a person like it, associated to a memorable, positive moment of his life, and then for the rest of his life, will remember the moment he spent in your bar with that drink. То есть, и посмотрите, у нас есть всего лишь одна треть.
чтобы заставить, объяснить нашему гостю, что либо ему нравится этот напиток, потому что вкусные ингредиенты, просто здесь и сейчас, без какой-то эмоциональной отсылки. Либо он вспомнил ингредиенты с детства, это его любимое сочетание, и он понимает, вау, как вкусно, я в детстве или там вчера это пил. И вот только одна треть существует для того, чтобы понравиться нашему гостю в смысле напитка. Понимаете, да? So basically, to do a positive impact into the brain of a person while drinking a cocktail, it's you go one chance out of three to make it positive or make it last long. It's not easy. Поэтому у нас всего лишь 30%, так скажем, вот это соотношение шансов, чтобы понравиться нашему гостю, чтобы запомниться в позитивном ключе, для того, чтобы он приходил, вспоминал и ваш напиток, и вас, и ваш бар. И это не так уж и много, согласитесь, 30%. Это так себе, ну, результат. That's why a good hospitality also play a very good role to change the taste of the drinks. Поэтому, That's what I believe. Поэтому ваше гостеприимство, ваше отношение и атмосфера в баре играет грандиозную роль для восприятия напитка. Напиток нейтральный, но, блин, вы молодцы, и напиток сразу стал вкусный. So at the same time, luckily, human being is one of those animals that with the time is able, through his age, to change perception of flavor from something negative to positive, or unpleasant to pleasant. Вот нам посчастливилось, либо это наше проклятие, уж неизвестно, быть тем существом, тем животным, да, назовем так, разумным, которые могут с течением жизни, мы не, это можем не только мы, потому что это не доказано, но мы точно пока про себя можем так сказать, которые могут менять восприятие чего-либо, любого вкуса в течение всей жизни. Сначала не нравилось в детстве, потом... или потом сразу очень, очень сильно понравился. Это очень важный момент. Мы можем менять, учиться и менять свое восприятие. So don't forget we are talking about aperitivo, so keep always in your mind the word bitter, the message bitter, okay? So amongst the whole range of animals, most of them detect bitter flavors as a something, or a volatile bitter compounds as a something poisonous, dangerous. То есть, во-первых, каждый раз, когда мы говорим о каком-то напитке, давайте помнить, что мы говорим о какой-то горечи. Когда мы говорим о аперитивных напитках, о каких-то напитках с горчинкой. Так вот, все-таки, в основном все животные воспринимают горечь как что-то очень опасное. Но это просто заложено в их сознании. Если горькое, не трожь, отравишься, умрешь и вообще, да, боятся этого всего. Либо на вкус, либо вот какие-то определенные летучие ароматы, они нюхают, понимают, не-не, я это пробовать не буду. Even the plant themselves, they produce and generate bitterness in their structure to use as a self-defense towards predators, so not to be eaten. Даже растения в ходе эволюции стали выделять гораздо больше горечи с течением миллионов лет для того, чтобы просто их не кушали животные. Потому что, ну, съедят по полной, да? И вот это очень важно. Даже растения учатся быть горькими, чтобы остаться живыми. In fact, you will see a snail, an escargot, eating a lettuce salad, but not eating maybe a plant of a wormwood, which is very bitter. То есть даже можно увидеть любую, ну, к примеру, змею, да, которая какую-то может кушать травку, но тем не менее вермут она есть не будет, потому что, ну, горько и невыносимо, и не понятно, что со мной произойдет. Human instead, they can modify. Well, this is not human, but. Это, соответственно, не человек. Вот давайте так решим сразу. All right. If you force a dog to drink a Negroni, which is very bitter, that's what's going to happen. Если вы заставите собаку выпить Негрони, то, наверное, вот такая будет реакция, потому что, ну, пить невозможно, правильно? Человек по-другому реагирует. Right. So this makes you understand that human being has been capable to domesticate his own flavors through the age. And the other kind of animal they don't. Most of them. Это говорит о том, что человек может учить себя, либо, скажем так, приручать себя воспринимать какие-то определенные вкусы, ароматы, особенно горькие. Я не говорю, что все остальные, скажем так, виды не могут, но в основном не могут. And the most obvious example is to face our childhood and our present. When we were kids, we didn't used to enjoy flavors, and nowadays we actually do. Ну, самый лучший пример, да, скажем так, обратиться к нашему детству. То есть помните, в детстве то, что мы любили в детстве, это было совсем не то, что мы любим сейчас. С течением времени мы начали знакомиться с вкусами, и почему-то они нам стали нравиться. This is a reflect a very high percentage, but not all of the human being. But generally kids or babies generally enjoy either sweet or towards the savory, salty.
And then when you grow up, you start to appreciate more sourness and bitterness. То есть в основном, не все, конечно, но в основном детишки, они любят что-то сладкое, либо, может быть, такое, ну, наверное, соленое немножко, да. Но когда вырастаем, мы начинаем уже appreciate, да, что называется, начинаем понимать либо кислотность, либо горечь, то есть уже потихоньку становимся в этом разбираться. But at the same time, even though human being thinks to be more clever than a cow, or than a monkey, or than a dog, we are those kind of animal that we don't know what is poisonous or not until we try and we feel sick. Ну вот есть очень важный момент, что все-таки мы как бы должны быть сознательнее, либо обезьянки, либо собаки, либо коровы. Но коровы-то по крайней мере что-то ядовитое не пробуют, они это чувствуют. А нам надо обязательно засунуть в рот, пожевать, ой, что-то ядовитое, но будет уже поздно. Поэтому вот мы в этом смысле так себе. If they will put you in a forest, in a jungle, and they will tell you now you need to make yourself a living and eat what you will find, most likely you will die very soon because you don't know what is poison or what is not. What we generally judge as something safe or not safe is due to the smell. Поэтому, если бы нас закинули бы в лес какой-то, да, дремучий, то очень скоро бы мы, наверное, бы уже закончились, потому что, ну, мы обычно будем пробовать все в основном, все распробовали бы, оказалось бы ядовитым, и вот как бы, да, нам каюк. Потому что в основном мы пробуем либо визуально какие-то страшные цвета, либо ароматические. Something that smells bad, you wouldn't like to try, but not necessarily is poison. So this reaction can keep us away from something eventually poisonous, but not necessarily something really poisonous. Обычно запах позволяет нам избегать что-то ядовитое. Просто это может быть опасным, но это не значит, что это опасно. Просто неприятный запах, лучше я держусь от этого подальше. Но, скорее всего, это может быть, ну, как сыры, наверное, какие-то. Может быть, даже совсем и не опасно. For example, blue cheese towards an Asian palate or an Asian nose might be something really unpleasant. К примеру, да, вот этот самый голубой сыр, что называется, да, любой такой вот вонючий сыр для азиатского восприятия, но это что-то отвратительное, да, и они есть в жизни не будут. Для кого-то это деликатесы. But almost rotten piece of meat or fish, which ferment one or two days in a market in the Amazon forest, is actually something really tasty for the local. Но для ребят из амазонских вот этих вот, кстати, лесов, рыба или мясо, которое уже, ну, даже не назовем, не ферментируется, а подгнивает уже целый день, для них это прям вообще деликатес, как здорово и вкусно. Поэтому мы вот в этом смысле отморозки. So we shouldn't take everything for granted, even though we know how to use internet and phone and all the technology. In most of the cases, our senses are not so developed as the rest of the animals. Поэтому, да, не нужно так воспринимать как должное, потому что даже во времена интернета и там любого Wi-Fi у нас не так развиты наши чувства, да, и вообще восприятие, как у каких-то животных остальных. This diagram is not the most accurate diagram. It's not the most accurate diagram. That shows how the taste receptors are placed in our tongue or in our palate. But still we can use it as an experiment to understand a few things. Смотрите, вот эта диаграмма, она, конечно, не самая аккуратная. Те, кто был вчера на презентации о битерах, да, это понимают. Это мы, ну, это такой своеобразный пример, может быть, такое вдохновение около вот это, как бы, ротовое. Но, в принципе, оно может дать понимание о том, как располагаются рецепторы. Они, во-первых, могут варьироваться, естественно. Но это нужно будет для какого-то нам небольшого эксперимента. And one of the reasons why I like to focus on this is because most of my colleagues, when they try a drink before serving it to a guest, they generally put it on the hand and then they try it like this. But the fact that you try it so, you're only exposing the liquid to the front part of your tongue, which is mainly where the sweet and sour are generally greeted. Почему я об этом говорю? Потому что в основном мне всегда, ну, забавно наблюдать за своими коллегами, которые часто во время запары дегустируют напитки. Ну, вы видели, вот там какой-нибудь ложечкой сюда, и вот таким образом они слизывают. Ну, я так делаю, вы так многие делаете.
Оп, попробовали. И в основном вот сам аромат жидкости, напитка смешанного, сам аромат коктейля доходит только до передней части нашей ротовой полости, где как раз располагается, как бы по сплетням, вот эти восприятия сладости и кислотности. And eventually you will be able to decode if is missing some sweet-sour balance, but you will never be able to taste how is the level of bitterness you want to get. И это интересно, потому что ребята, которые готовят даже напитки на основе биттеров и вообще какие-то аперитивные, они не могут проанализировать, насколько он подходящий, насколько сбалансированный, потому что, может быть, вы даже поймете вот таким вот такой манипуляцией баланс между кислого и сладкого, но насколько там много горечи, вы не поймете, потому что вот эта вот капля, она до, скажем так, заднего ряда вашего языка, она не доходит. Понимаете, да, о чем мы? Вот, молодцы. Perfect. So I think we should do a test now to see how our tongue works. It's also playful. So I need one volunteer from the audience. Ребята, работаем. У нас интерактивчик пошел. Сейчас сделаем тест. Ну вот, пожалуйста. Нужно Perfect. Great. Один. Вот что значит английский знать. Сразу послушал и все, побежал. Нужен один доброволец. Он уже на сцене. Сейчас будем тебя пытать. Ух ты. Okay. Спортивный мужчина. Так. So show us your tongue. Давай язык показывай. Ого. The camera, we need to do a close-up to the tongue. You like it? It's a nice tongue. Ребят, есть какой-нибудь, ну вот, о, есть. Right, that was cool. So, check the diagram and imagine, you can do yourself as well. So, pull out your tongue, all of you, pull out the tongue. Давайте язык, просто вываливаем Don't язык. Да ладно, нормально, все. У всех есть медкнижки, давайте вываливаем язык. Okay. Ребята, ну надо, надо, показываем язык свой. Pull out your tongue. Вот. And I'm gonna simply dry it a little bit, because the saliva takes around all the... Keep it outside. No, outside. Так, давай, куда ты? Like, а что ты стесняешься? Все, не надо. В общем, язык вываливаем, а мы промачиваем его, соответственно, утаскиваем всю слюну. Keep the tongue outside. Давай, outside. Не закрывай. Perfect. Вот, как у зубного. Now I'm gonna place a slice of orange at the bottom. Вот сейчас вот так сделаем. Слайс апельсина. Вам на конец языка. How does it taste like? Sweet. Perfect. Now, have a glass of water. Это сладкий переводится. Так, живой? Блин, через что ты прошел, бедолага? Yeah. You like the water? Best water in town. Вода вкусная, очень хорошо. Take your tongue out. Давай еще раз. Еще раз. From the water. And now I'm gonna dip just the tip of your А теперь, да, into this liquid. Прям кончик языка вот туда. Tiny bit. Вот. Okay. Ну давай. How does it taste like? И теперь как? Sweet. Как? Sweet. Ребята, okay. Живем. Тоже сладкий. Хотя он попробовал bitter. Sweet. Так. Now have a sip, a little small sip of this. А теперь now. Просто отглотни немножко. И вот давай, пожуй. How does it taste like? А сейчас как? Горче? Little bit bitter. But погорче. Until 3 seconds ago, he said that this was sweet, and now he said that this is bitter. And I don't think I've changed the liquid; it's the same liquid. В чем очень важный момент. Но вы все поняли, да? Он попробовал, был всего лишь сладкий, потому что это был сухой язык, это был кончик языка. Через 3 секунды мы не меняли никакие бокалы. Он попробовал, это оказалось все-таки довольно горчее. And where did you taste the bitter? In the front or in the back of the tongue? In the back of the tongue. Вот, и саму горечь он почувствовал не на кончике языка, а, конечно, сзади, на галерочке. Basically, this shows you that when you want to taste something, make sure that you coat the entire of your palate, not just use the tip of the tongue. Все, что я хотел подчеркнуть, то, что если вы хотите что-то продегустировать, ну или во время вашей работы попробовать напиток, ну необходимо пробовать всей ротовой полостью, потому что иначе вы не проанализируете. So this is very simple, but show you how different what difference is between the 1 centimeter here and 3 centimeters in the back. То есть это вроде просто, но очень важно, потому что кончик языка одно восприятие, 3 сантиметра вглубь уже абсолютно другое. And also it deserves applause because of a very beautiful tongue as well, in Ребята, my opinion. Давайте поаплодируем самому красивому языку нашему сегодня. Блин, красавчик. So. And you can try even with the lemon instead of the orange, which is much more sour. But if you place it on the tip of your tongue, you will never be able to detect the real intensity of acidity. Попробуйте с лимоном, потому что лимон все-таки, ну, психологически гораздо кислее, и вы также не почувствуете кислоту либо горечь, потому что это всего лишь кончик языка. Obviously, saliva itself take everything all around. So whatever you will taste
on the sour part, it might get mixed up with the saliva over the salty or the bitter part. Очень важно помнить, что если бы язык был, ну, скажем так, намоченный слюной, назовем таким образом, то все-таки слюна помогает нам омыть всю ротовую полость и захватить разные вот эти вот регионы, назовем это тоже интересным образом, нашего языка. То есть если сухой язык, то, конечно, он больше и четче делит язык на вот эти области. Если у вас, да, слюноотделение, то все это вращается вокруг. Now, I know that this sounds a little bit boring because it reminds me of the elementary school. Сейчас будет скука, потому что напоминает школьные вот эти плакаты, но ничего, будет интересно на самом деле. But for some reason, most of us, we know very well how to make a drink or how to balance a drink, but the question of asking what's happening in your body when you drink a cocktail, the answers are a little bit more unclear, perhaps. Но мы все знаем, как делать напитки, как делать их сбалансированными. Но в основном, когда мы задаем друг другу вопросы, так а что происходит дальше? То есть у вас, да, в организме? Thank you. Дальше-то самое интересное. И вот ответы всегда какие-то, ну, не очень понятные. Сейчас будем вроде разбираться. Right. So when we drink a cocktail with alcohol, every now our palate. The first thing that we detect, as we said before, are the taste or the flavors, which automatically perceive flavors or taste in our palate to our nose can really send some message to the brain. Посмотрите, когда мы употребляем наш напиток, в напитке присутствуют какие-то ароматы, подтексты, тона. И как только напиток попадает в ротовую полость, слюна омывает ротовую полость вместе с напитком, и мы начинаем раскладывать по нюансам. Кисло, сладкое, горькое, соленое, там, умами и так далее. И оттуда начинают идти, ну, скажем так, импульсы в наш мозг и воспринимать это. Then obviously the liquid goes down towards the stomach. And that's where the first approximately 20% of the alcohol gets absorbed from the body. После этого, конечно, напиток идет дальше, не стесняясь, и как бы направляется в желудок. И 20% of the alcohol, right? Yes. 20% алкоголя всасывается в желудке. And the other 80% generally get absorbed from the small intestines. Вот, и 80% алкоголя уже впитывается в кровь, уже в кишечнике. But by the fact that it gets absorbed and it gets sucked into the blood stream systems, the heart pumps it all around the body. Но как только алкоголь всасывается в кровь и всю в кровеносную систему, два круга кровообращения, большой и маленький, кровь начинает пускать вот эти вот, ну, мы называем так, молекулы алкоголя по всему вашему телу. And by reaching all the parts of your body, that's when you start to feel your legs a little bit more light, or your head a little bit more floating. Вот, и поэтому бывает, ну чего уж там, да, ноги немножко ватные становятся, голова такая как бы уже болтающаяся. Это потому, что алкоголь добирается до всех частей. So generally, and this really depends of the size of your body, your gender, if you've eaten before or not, if you're taking medication or not, or how much water is in your body. This will affect the time for your body to break down the alcohol and not having any more the effects of it. Смотрите, эффект, который появляется под воздействием алкоголя, он очень индивидуальный. Зависит это от множества факторов. От пола, от возраста, состояния здоровья, от времени дня или ночи, от того, принимаете ли вы медикаменты, перекусили вы или нет. И, в общем, от количества воды, даже, которую вы употребляли. И, в общем, это позволяет анализировать, как быстро, либо как долго будет расщепляться молекулы алкоголя, и ваш организм, ну, потому что бывает, головушка-то побаливает, ваш организм придет в норму. So, in fact, the more water is included in your body, the smaller will be the percentage of alcohol diluted in your blood and in your body. Чем больше воды вы употребляете, тем меньше процентов алкоголя у вас останется на долгое переваривание, что называется. То есть вы помогаете таким образом своему организму справиться, ну, по-хорошему, с ядом. So, in fact, you can feel more intoxicated, perhaps, having a Negroni,
than three Manhattan if you haven't drank enough water, or if there's not enough water in your body. Поэтому так часто мы по-разному пьянеем. То есть можно опьянеть гораздо больше и мощнее и быстрее от одного негрони, чем от трех Манхэттенов, к примеру, только потому, что у нас либо мы сами иссушены, у нас недостаточно воды сейчас в организме, либо выпивали параллельно воды немного. Поэтому это очень много факторов. So, amongst the society, you know, let's say, of the, yeah, the society, do you know who is the person that is a higher risk of being still intoxicated after drinking the next day? Some people say the bartender or the people that go out for party, right, which is not. Вот интересный момент. Как вы думаете, кто, какой из, скажем так, представителей, кто из представителей нашего общества обладает риском быть гораздо более, ну, интоксицированным, что называется, вот, опьяненным, да, из всех слоев общества? Кто-то говорит, это бартендеры. Вот кто может чаще быть немножко под хмельком? По состоянию организма, как вы думаете? Who you think is? Как вы думаете? A DJ or a bartender or a party person? Кто часто чувствует вот ощущение, что что-то всегда какое-то состояние алкоголя в крови есть? Or a waiter? Чаще всего. Бартендер, диджей, кто еще? А чего вы такие все стеснительные вдруг стали? Кто? Мойщица. Мойщица? What is мойщица? Мойщица? Yeah. Well, a dishwasher, a cleaner. Okay. Видимо, у них другие мойщицы. I'm gonna tell you. In UK, studies prove that the person which have a higher risk to still feel intoxicated while driving, for example, the next day, are the mothers, because most of parents they put the kids to sleep at 9, 10, 11 in the night, and then finally they say, "Ooh, now I'm gonna sit down, watch a movie with my husband or with my partner." And have a couple of glasses of wine. То есть, как ни странно, по исследованию британских ученых, да, в UK, так, вот там вот, вот такие самые, не знаю, ну, часто упоминаемые представители, даже представительницы вот интоксицированного, условно, да, организма, то есть немножко подверженного опьянению, это мамы. Как ни странно. Причем мамы, которые садятся за руль на следующий день. Почему? Не потому, что они там какие-то злостные собутыльницы. Просто потому, что обычно за весь день семейных, да, хлопот они отправляют детей спать в 10, 11, 12 вечера. И, конечно, у них есть этот драгоценный час со своим любимым мужем, там, да, кем угодно. И вот они выпивают бокал вина или два, смотрят телевизор и вроде как расслабляются. Но на следующий день организм не успевает побороть вот эту, да, молекулу алкоголя, и они вот всегда как бы подвержены этому влиянию. So if you have two glasses of wine and you go to sleep at 1 o'clock in the morning, which most of parents would do, or midnight, eventually you wake up at 6:30 in the morning to do breakfast for your children, and then you take them to school at 7:30. То есть посмотрите, вы вроде как, вы сделали все правильно. Вы посюсюкали с детьми, отправили их в кроватку, немножко расслабились, выпили, ну там, 12 в час ночи, потому что в основном так родители могут себе позволить, да, дети спят. Потом вы просыпаетесь под утро, в часов 7-6 утра, потому что нужно делать завтрак, и нужно отправлять их в школу, собирать. И вот, потому что так обычно происходит. In those 5 hours, generally, your body hasn't break down and dismantle all the alcohol you received. За эти 5-6 часов ваш организм не успел справиться с количеством алкоголя, которое вы накануне выпили. So this is an example we will never expect, but that's most of the reality. Но вот такой вот интересный пример, который в теории ожидать сложно, но вот такая вот реальность. В общем, если выпиваем, то спим 12 часов, мамы. So let's have a look through now of the main generic categories of botanicals used in the aperitivos, in the vermouths, in the bitters. Давайте проанализируем основные категории ботаникалов, которые используются в аперитивах, в вермутах либо в биттерах. And generally we go flowers, fruits with nuts and seeds. Посмотрите, у нас в основном цветочки, потом есть фрукты с семечками либо какими-то вот, ну, назовем это орешками, ну, в общем, внутри семечками, с косточками, вот. Leaves. У нас есть листочки. Peels, mainly from citrus. В цедра в основном цитрусовые. Roots and rhizomes. Вот, это очень важный момент. Can I elaborate on that? Yeah. Вот есть корни, а есть корневища. В основном мы всегда называем корень имбиря, корень там какой-нибудь гречавки и так далее. Но, или там морковь.
Вот морковь вроде как корень. На самом деле морковь — это корневище, и от этого корневища отходят маленькие вот эти вот волоски. Вот это корни, а сама морковь либо имбирь — это корневище. Вот это мы всегда путаем. В общем, есть корни и корневище. So these the hands, but this the palm, these are the fingers. Yeah. Yeah. The same of the roots and rhizome. Вот то же самое. Вот это у нас есть ладонь, а есть пальчики. Вот ладонь — это корневище, а пальцы — это корни. And then we get woods of barks. Ну и есть, соответственно, дерево либо кора древесная. Which each of them have a different function, can be more aromatic or more intense of flavors, but overall they have lots of things in common because flowers can be very aromatic, but can be also very bitter in terms of taste. Поэтому все они обладают своей функцией. Допустим, кто-то может быть очень ароматичный, кто-то из них или что-то из них может быть очень горькое. Допустим, цветы. Цветы очень ароматные могут быть, но не сладкие или пресные или горькие. Поэтому нужно об этом думать. Now, what I ask myself very often, because the most easiest way to learn something is when they tell you the way is, but maybe they don't tell you why is so. Hmm? And my question is the aperitivo, what's so called, that really Italian? Но очень интересный момент, мне, может быть, так покажется странным вам, что именно я это озвучиваю, какая-то крамола. Вот все говорят вот какую-то определенную новость или факт, и редко задумываются, почему. Часто воспринимается аперитив термином итальянским. Вот это итальянский, с традицией, феномен. А вот почему аперитив итальянский? Он на самом ли деле итальянский или какой-то чей-то другой? Italian or Mediterranean, whatever it is. Well, aperitivo comes from the Latin terms, the language where Romans, where the ancient Roman were speaking, like the Gladiator movie, means to prepare, to open up, to blossom up. То есть каждый считает, многие считают, либо, ну уж неважно, итальянский аперитив, либо средиземноморский. Вообще, конечно, дословно на латинском, то бишь на итальянском, римском языке. Помните, Рим, Колизей, гладиаторы, вот так вот мы шутим. В общем, так или иначе, переводится «подготавливать, открывать». То есть открывать что-то для, ну, что-то понятно, наше ощущение, брюхо, для восприятия. And this will make you understand already by the name that the aperitivo has... His function is to prepare yourself for something else. То есть дословно мы готовим себя для чего-то особенного и продолжительного. But if we're looking at it, to make it so Italian, for some reason, you need to get spices from Central America, South America, rhubarb from China, for example, and so on. So how come it's so Italian, but at the end of the day you need all the countries in the world to contribute to make a bottle of aperitivo. Но как ни странно, если проанализировать ингредиенты, то есть один ингредиент из Центральной Америки, другой из Южной, третий из Китая, четвертый еще откуда-то, и каким-то образом получается все эти ингредиенты со всего мира дают нам итальянский аперитив. Причем здесь итальянский аперитив? And it's very easy nowadays to take things for granted, but 2,000 years ago, 3,000 years ago, people were still dealing and using ingredients which were coming from very far away. So it's nothing new that the fact that nowadays we use ingredients that come from so far has always been like this. Today we have transportation, which is very more easier than before, ну, but not much has changed. Очень просто воспринимать это как должное, да, что вот есть какие-то ингредиенты. Ну, раз они у нас в магазине, значит, наверное, они вот как бы как будто бы и наши, и ничего сложного. Но даже давным-давно, 2-3 тысячи лет назад, люди торговали, тоже приобретали спецингредиенты со всего мира. Ну, конечно, более трепетно к этому относились, потому что, сами понимаете, сейчас гораздо проще все. So, let's do another example, or another things to consider. Sugars. Sugars in the aperitivo, or sugars in the bitter. Давайте еще небольшой такой пример приведем, ну или пища для размышления, сахар. Сахар в аперитивах, сахар в вермутах. Что это такое и вообще зачем он нужен? Let's say it's a sweeter, a cola or a Negroni. I do the example of Negroni because I think that everybody... Raise your hands if you know what is Negroni. Поднимите руку, кто знает, что такое Негрони. Ай, мало, Looks молодец. Like the Guns N' Roses. Guns N' Roses, nice. Yeah. Okay. Когда на концерте Guns N' Roses. So, в общем, смотрите, я мог бы говорить о Кока-Коле, но я говорю о Негрони, потому что, во-первых, это мой любимый напиток. Вы все знаете, что это такое. Сейчас будем размышлять. Taste-wise, what tastes more sweet? A cola
Ну, в основном, что кажется гораздо слаще на вкус? Конечно, Coca-Cola, чем Негрони, правильно? Right. Правильно ведь? Let's stick with this idea, no? Okay. Imagine we're preparing now a Negroni with 30 milliliters of Martini Bitter, 30 milliliters of Martini Rosso, and 30 milliliters of London Dry Gin. Ну, представьте, сейчас мы могли бы приготовить Негрони 30 миллилитров Мартини Питер, 30 миллилитров Мартини Росси, 30 миллилитров Лондон Драй Джин. And I like always to talk about sugar because it's a topic very hidden, but it's really interesting to know what's going on with the sugars in the drink. So we prepare this drink. Ну, представьте, мы приготовили напиток, и сейчас будем анализировать сахар и его составляющие напитка, потому что сахар все-таки тема трепещущая, полезен он, не полезен, сколько его в напитке. Slice of orange and ice. Лед, слайс апельсина. Not the slice of orange he licked before, a new one. Не тот, который мы уже облизали вот этим красивунным языком, другой. And we say, oh, this is a perfect Negroni. И мы, конечно, подумаем, что вот это прям прекрасный Негрони. Сбалансированный, крутой. We analyze the element. Vermouth, bitter and spirit. Generally vermouth, red vermouth, has approximately 25 to 28% of, let's say 25% of sugar. Посмотрите, у нас есть вермут, у нас есть биттер и у нас есть спирит, джин. Так? А, окей. 25%, 25% of the whole amount, this sugar. Yes. In the vermouth. 25. 25% бутылки вермута, 25 сахара процентов. Then we go, bitter. Generally bitter have between 25, 28, up to 30% of sugar. В среднем у биттера 25, 28 до 30% сахара в бутылке. And generically, most of spirit have zero sugar or a very little sugar. Let's not count the sugar in the spirit, which is really... Ну, давайте не будем джин анализировать, потому что разные есть джины, разное восприятие сахара. Как будто там вообще ноль сахара. So, when I make a Negroni of 90 milliliters in total, I have 15 grams of sugar inside. 15 grams of sugar. All right. Смотрите, я готовлю Негрони... 30, 90 миллилитров, у меня 15 грамм сахара на 90 миллилитров. Вы, вот, ребят, давайте, мне очень важно, вникаете, да? Приготовили, по чуть-чуть, каждый ингредиент, там есть определенное содержание сахара. Все, 90 миллилитров, 15 грамм. But in a cola, if I read the label, because it's written on the label behind, so it's not a big science, I will have 10 grams in 100 grams of cola. Хотя в это время в Кока-Коле на 100 миллилитров Кока-Колы 10 грамм. 10 grams, so, right? Yes, the cola definitely там, tastes sweeter than the Negroni. Вот это никакое не откровение, а написано на этикетке, можете почитать сзади. То есть получается, Негрони гораздо более сладкий, чем Кока-Кола. А мы все видели ролики вот эти страшные, да, в интернете? No, Coca-Cola, cola. 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 So at least is, we don't break anyone's balls. All right. Yeah. Cola. So, dear life viewers, no Coca-Cola, only cola. Cola, in general. Generally. Так, ребята, те, кто смотрит live. Otherwise, I knock on your door tomorrow. Yeah, да, для того, чтобы завтра ко мне не постучались. Coca-Cola — это круто, просто cola. All right. So, yeah. So, basically, you think it's sweeter, the cola, but it's actually sweeter a cocktail like the Negroni. Simply the fact they have a lot of bitter flavor inside, it tastes less sweet. То есть на самом деле Негрони в этом случае гораздо слаще, чем кола. Но воспринимается он совсем по-другому, потому что там очень много горечи. So always work out, always be aware of how much sugar there is in your drinks. Поэтому всегда старайтесь анализировать, как много сахара в вашем напитке. Do you have any question or shall we carry on? Пока есть вопросы? Пока вообще четко, да, идем, later. Ребят? Yeah, okay. Давайте скажем спасибо еще раз ему, потому что очень круто. That's kind of a thank you. No, it's only the, just a thank you to you. No question. They got no question, they got the excitement. Tell them the questions are free, they don't have to pay. So. Вообще вопросы бесплатные. Okay. Это большая редкость для итальянца, но вопросы бесплатные можно просто так задавать. Ah, we got a question. All right, I should approach, yeah, right? Yeah, please. Ах, ты самая любознательная. Hello, Simona. I have a question. Why did you connect raspberry with Italy? Is it popular there, or? Well, it's one of those fruits which are widely harvested in Italy, even though they also harvest mainly for the European supply from Spain. But the one they generally are used in the martinis that are from Italy. Yeah. Okay. Thank you. But obviously, you can grow nowadays. That kind of fruits, basically, everywhere in that kind of latitude in Europe. I mean, all around the world, basically.
Вот, вопрос был, да, почему вообще упомянули малину и Италию? Это прям такой как бы регион малинный, что ли? Но вообще, по-хорошему, малину можно производить где угодно, там и теплицы есть, к тому же вот эта широта мировая. Но если тепло или там по Средиземноморске, то можно и производить. Но та малина, которая идет в наши удивительные продукты мартини, она итальянская. Вот все запомните, супер итальянская малина идет туда. One of the person that contribute a lot in what is aperitivo today, he looks like a bartender because of the beer, but he's not. He's Hippocrates. Смотрите, вот тот человек, который внес огромный вклад в наше вермутотворение либо в миксологию, похож он, конечно, на бартендера со своей бородой клевой, но он все-таки таким не был, хотя в какой-то степени. Короче, Гиппократ. Hippocrates 2400 years ago. 2400 лет назад. К сожалению, у него тогда он не накопил ни на компьютер, ни на телефон в то время. But still he became the father of the modern medicine. Но в то время он сейчас считается отцом современной медицины. Hippocrates developed, and I'm sure you already heard about this, the Hippocratic wine. Я думаю, что вы слышали, он разработал такой феномен, такой, ну как бы. Культурный феномен, как Гиппократово вино. Наверное, слышали, да? Оттуда пошел вермут, и все счастливы. Which was a fermented grape where added generally bitter herbs like wormwood, like dictamus, the oregano, to be used as a stomach pain cure. То есть в основном это был ферментированный сок винограда, то есть вино и различные биттеры, получается, wormwood, это вы знаете, что это такое, и... Да, и экспериментировал со специями и травами. И потом уже от этого отталкивался производители вермутов. And this is a proof that 2400 years ago in what is called now Europe, bitter was already used as a source to cure internal problem, disease. То есть еще 2400 лет назад биттер, так называемое уже Гиппократово вино, использовалось как, наверное, ну, вспомогательное средство либо лекарство для лечения внутренних вот заболеваний, ну, заболеваний кишечника. В общем, какой-то был такой ремеди, что называется, профилактика. Another very trendy trendsetter, because he's the one that actually I think was a real hipster, was Dioscorides. Вот также был еще один трендсеттер мощный, про него меньше знают. Либо Дискорид его называют, либо Дискоридис, уж как хотите. Такой вот хипстер, вот он, видите, бородатый. Дискоридис wrote the Materia Medica, which is this book, basically. Mm-hmm. Вот Дискорид написал Materia Medica, переводить уж тут нет смысла. Это интересная такая полная энциклопедия о травках, о их влияниях, вообще взаимодействии друг с другом. Where he identified and described different kinds and uses of plants present in Europe. 2000 years ago. И он систематизировал и описал различные, ну, назовем это, подвиды растений, влияние и, ну, благотворные свойства, что ли. And this book for the next 1300 years has been reprint, retranslate and readapt or filled up more with the different centuries. То есть и в течение следующих 1300 лет и дальше, то есть ее и переводили, и дописывали, и адаптировали. То есть действительно было настоящим учебным пособием эта книга. So this person for more than 1300 years has been very famous amongst the people working in the medication in the medical sites. Поэтому для людей, которые вот, посвятили себя медицине или каким-то исследованиям, он такой своеобразным, ну, фигурой, кумиром был. Much more famous than Lady Gaga. Короче, круче, чем Леди Гага даже был в то время, поэтому... Another recent book, which I really suggested to have a look or maybe to buy in Amazon. Oh, by the way, the Materia Medica, you can still find it in Amazon, translated in English or in Latin. Or Latin. Have a look, it's really interesting. Так, дальше, кстати, Materia Medica, не стесняйтесь, можно найти на Амазоне, и на латинском, на итальянском, на латинском, есть еще и на английском. Вот если вы такие вермутолюбы, не стесняйтесь, ищите. And in this book, which I recently bought in Amazon, they describe that ancient Greek, they have eight different criteria to describe taste
and flavors. То есть посмотрите, вот в этой книге есть несколько, даже 8 вкусовых критериев. Мы привыкли обычно к 5, назовем так, да? А здесь целых 8. Where we generally had 4+1, 5. We generally have bitter, salty, sour, sweet, and eventually the umami. У нас обычно кислый, сладкий, горький, соленый, и тот самый вот умами как впечатление о напитке. Здесь больше. But it's harsh, astringent, sharp, and unctuous. Но здесь well. Есть еще и грубый, вяжущий, такой, даже как получше сказать, наверное, маслянистый. So they were very sophisticated back then, even in terms of taste and flavors. То есть еще даже в те времена они как-то поутонченнее относились к своему делу, к своей профессии и выделяли больше подвидов, ароматов и вкусов. Another book that you can find on internet, translated in English, is the Antidotarium Nicolai. Так, следующая книга, которую можно найти на том же Амазоне, кстати, переведен на английский, но вот тут антидотарус, кто-то антидотарий его называет. Короче, Николай Антидотарий, но вот в русском нет пока переводов. Да, на английском можно найти. Николай was a monk from the Salernitan school, the school of Salerno in south of Italy, which used to have one of the oldest botanical garden in Europe for medical purpose. Вот, Николай был представителем, наверное, самым таким правительским представителем Салернской школы медицины. Это север, насколько я понимаю, Италии. Это их вот сеть монастырей. А знаете, что в монастырях происходила основная вот эта исследовательская движуха. Вот, соответственно, он исследовал все северо- и южные ботаникалы Италии и как-то их с друг другом взаимодействовал. And in this book you can still find some formulas or DNA which are still used today present for the production of aperitivos and vermouth and amaros. Самое интересное, что в этой книге можно встретить разные формулы или какие-то рецепты ДНК разных аперитивов, которые до сих пор используются. Просто своровали формулу, вот как мы любим, вот оттуда, вот у Николая, у бедолаги. So back until that kind of moment, we know that bitter flavor was definitely consumed widely, but mainly for medical purposes, not for a pleasure or communal drink in Europe. В те времена в Европе все-таки горечь, какие-то горькие напитки, конечно, использовались довольно широко, но не для, скажем так, эмоций, не для полутонов и оттенков, а для функций, то есть для каких-то медицинских целей. But obviously, we at school, at least, they teach you the history of the world based generally on Europe until a few information about the discovery of America or Asia. So generally you grew up thinking that the world has always been Europe. Поэтому мы сейчас говорим про те времена, когда целый мир был Европой, да? Тогда еще не открыли Америку. И в основном все те, кто обладали самыми последними знаниями в Европе, а в Средиземноморье росло побольше травок, чем где бы то ни было, не только там еще и фрукты и овощи. В общем, если они среди своего региона соображали, в основном они были самыми топовыми и знающими людьми. Потом произошло открытие нового света. But for example, once European went to Mexico, before they destroy everything and they kill everybody, which is true, they discover what it was called cacahuatl. Но после европейцы отправились в Мексику, и перед тем, как они полностью там всех изнасиловали, перебили и програбили, а так на самом деле и было, они выяснили, что есть такой термин, как cacahuatl. Which is in Nahuatl language means bitter water. It was chocolate, basically. Что на языке Nahuatl, это такой язык в Мезоамерике, звучит как bitter water, это значит, что-то забыл, горькая вода. Вот, горькая вода, что по-хорошему-то являлся просто шоколад. And this primitive form of chocolate that we have used it today was actually consumed in ritual, in communal function. So it was not considered a bitter source for curing. It was a bitter source to be enjoyed for different reasons. И самое удивительное, вот этот вот шоколад, на самом деле, вы если пробовали натуральный шоколад, да, он все-таки горький. И вот он был довольно горький, использовался уже как в каких-то ритуальных целях, но и не только функциональный, то есть не только им лечили. То есть их уже пытались наслаждаться, понимать, что это полезно не только внутри организма, но и как бы спиритически, что вот я вдохновляюсь, и так все-таки ритуал. Another example of drinking a bitter flavor is beer. Еще тоже...
About? It's clear, no? Yeah. Beer? Ну, конечно, еще один пример вот горечи и распространение горечи по всему миру, это, конечно, пиво. Ну, понятно, да, пиво любим, пробовали, горьковатое. But the beer we are drinking today, despite that beer might be one of the oldest ever beverages made by the human being, has been bitter not for long, since 800 documented. Посмотрите, мы все знаем, что пиво это самый, наверное, старый представитель алкоголь, вообще напитка, уж тем более алкогольного напитка, известный миру, потому что пили давным-давно, это был жидкий хлеб, и так далее, и так далее. Но наше восприятие пива, вот этого горьковатого напитка, совсем уже недавно произошло, то есть это было задокументировано, 800 лет нашей эры, в 800 году нашей эры. They've discovered that adding hops or bitter flavors into beer, obviously will increase bitterness, will increase acidity, and definitely will complete more the interaction in your palate. То есть в то время просто стали добавлять хмель, и хмель дал общее восприятие. Он увеличил горечь и увеличил кислоту. И это закончило вот эту палитру вкусов и ароматов. То есть есть кислый, сладкий, горький, соленый, тем самым пристрастив народ и население к такому напитку, как пиво. Bitter flavor makes you salivate, makes you wake up all the rest of the senses in the palate. Поэтому горечь – это своеобразный такой звоночек для всех остальных регионов вашего языка, да, таких вот оттенков. То есть, когда у нас что-то горьковатое, мы воспринимаем другие оттенки ярче. For a natural process, whatever it's sweet, with the time automatically will become sour because of the fermentation. So before hop was ever added into beer, generally, you were drinking something really sour and perhaps acetic for the fermentation. То есть до этого пиво это был либо очень сладкий, такой какой-то, не сок, но пускай около кисельное, зерновой. Если он сладкий, значит происходит натуральная ферментация, он становится окисленным, кисленьким, да. То есть и вот это пиво это был пример процесса ферментации. Мы не могли его остановить по-хорошему, да, тогда давным-давно. А горечи никакой еще не было. So whatever is sweet in the nature will automatically, naturally will become sour with the time. Can be a fruit rotting, can be some honey fermenting, can be a beer. But whatever is bitter stays bitter. То есть самое удивительное то, что если у нас есть что-то сладковатое, природное, да, вы знаете, что такое процесс ферментации, брожения, что-то сладкое, неважно, либо плод какой-то уже перезрелый упал, либо мед, происходит ферментация, и за счет ферментации появляется вот это вот, такой acidity, да, вот эта кислотность на языке, потому что начинает выделяться углекислый газ и спирт. Получается, то, что было сладким, в любую секунду может стать все более и более кислым. Но когда у нас есть горечь, горечь она не пропадает, она там же остается. Это, кстати, вот это понятно? Ну вот интересно же, правильно? So why we like so much the bitter taste then? After thousands of years, finally the human beings start to enjoy or appreciate bitter taste for not just for medication purpose, but just for even for social habit. Why? Почему все-таки после вот этих вот тысяч лет появления каких-то горьких оттенков, медицинских целей, функций, почему мы стали относиться к этому с эмоцией? Почему мы стали любить, ожидать и как-то анализировать горький вкус? So why? What do you think? Так, как вы думаете, Questions. Почему? Есть почему все-таки горечь нам стала нравиться? Так, Макс, почему горечь стала нравиться? We need to ask Max. Max, don't be shy. Почему? Потому что эволюция никогда не становится. Because we keep evaluating, the evolution keeps going. Because we keep evaluating, the evolution keeps going. That was the Max answer, not mine. Right, perfect. You've been drinking this morning. А ты пил сегодня вообще с утра? No. Well, just some bitter. Well, for somehow, it does make sense. Но все-таки, несмотря на Макса, это все-таки имеет свой смысл. Because it makes you salivate. А вот как ни странно, это действительно правда, потому что bitter заставляет, стартовать ваше слюноотделение. Therefore, a bitter flavor, because of that, send a message to the brain, they send a message to your stomach. И также, как только мы пытаемся пробовать, либо
вылавливаем оттенки горечи, это направляет послание нашему мозгу, а мозг отправляет послание нашему организму, ну, желудку, да? And along the rest of the digestive system, and it starts to produce gastric juices. Вот, и во всех вот этой нашей гастросистеме появляется желудочный сок. То есть как будто бы организм ожидает, сейчас мы поживимся, сейчас еда будет. То есть мы подготавливаем, мы сковородку разогреваем, условно говоря. And if the gastric juices are produced in your stomach when it's empty, what's going to happen? What do you feel? Но сами знаете, как только желудочный сок начинает перерабатываться, а внутри ничего нет, то что мы чувствуем? What do you feel like? To smoke a cigarette? No. Что, как у вас? Еще раз. To go to pee? Что, вы хотите покурить сигарету? Вы хотите в туалет, когда у вас начинает желудочный сок вырабатывать? Кушать. You feel like to go and eat. Вот. Exactly. So it stimulates the appetite. That's why the very first slide, what is the function of the drinks? The aperitivo is that category that actually stimulates you something that Activation, something, activity. No. Yeah, stimulate something that you have to do, to eat. Ага. И вот помните наш первый слайд, что в основном отдельные категории напитка, они и кончаются в своей категории. Просто вот я напиток, я вкусный, меня выпивают, дан. Но аперитив – это очень интересная категория, потому что он стартует другое ваше телодвижение. Вы уже хотите искать еду, вы хотите уже перекусывать, хотите наслаждаться. То есть он заставляет вас как бы функционировать. If you're doing something extremely sweet or extremely sour, not necessarily will stimulate as much appetite as having a bitter drink. То есть если вы пьете что-нибудь сладкое, ну это уж точно, стакан сахарного сиропа не заставит вам искать еду, заставит вам искать, наверное, туалет. Вот. Если вы пьете что-то кислое, тоже так себе. Но горечь подхлёстывает вас находить себе пропитание, потому что желудочный сок начинает разогревать вас. So, do you want a cocktail now? You want to try a cocktail? Ребят, хотим коктейль попробовать? Yeah? Everybody or just a few? Все хотят коктейль. Raise your hands who wants a cocktail. Perfect. Okay. Ребята, выпивка, класс. This is a test that I always do to figure out if I actually really should have a cocktail or not. And так, это главный тест такой, знаешь, визиточка моя, чтобы понять, хотите ли вы вообще аудитория коктейль. Вот сейчас будем повторять. Let's Я сразу захотел. All right. Let's do it together. Okay? Давайте вместе. Все телефоны, сумочки, свои портмоне, невероятные барсетки откладываем. Все. So put your bags, your papers, things in the floor. Все, выкидываем. Put your phone in the pocket. Don't keep anything in the hand. Телефоны в кармане, ручки пустые. So this is something serious. It's not a joke. Это, кстати, очень, ну, сейчас будет невероятное откровение. В общем, не шутка. So what we need to do is basically to raise the hands. Поднимаем straight, руки. Stand up. Встаем, не опуская рук, встаем. Руки sit down. Садимся. And put the hands down. И руки на коленки. And we're gonna do 15 times together, okay? 15 раз вместе. Еще раз. And you need to follow my rhythm. Вот. Поднимаете руки, с поднятыми руками встаете, с поднятыми руками садитесь на коленки. This is a physical exercise. It's something. It looks a joke, but it's serious. Это как бы шутка, но это такой физический наш подтекст упражнения. Это очень важно. But I've never looked serious. Ну, я так просто никогда не выгляжу серьезно, но я серьезен сейчас. Right, so. Hands up, наверх руки, body up, вставать, sit down, сесть, hands down, hands up, так, body up, sit down, вот hands так, down, hands раз, up, body up, sit down, два, hands down, hands up, body up, sit down, hands down, блин, hands ребята, up, давай, body up, быстрее, sit down, быстрее, hands down, работаем, up, очень up, медленно down, работаем, down, up, up, down, надо down, быстрее, up, up, down, down, up, up, down, down, up, up, down, down, up, 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 down, down, up, stop, 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 ой, как здорово, so I was skipping, that's all right. Put your right hand where the heart is. Правую руку сюда, прямо на сердечко. Is it beating quite a lot? Ну как, бьется? Raise your hand and say, it's beating much more than before. Скажите, у кого бьется больше, чем до этого? Yeah, so these people, you should do more sports and drink less. Так вот, yeah. Тех, у кого бьется больше. Да, ребята, давайте немножко скажем спасибо, потому что я даже запереживал. Ребята, какие вам коктейли? Вам нужно спортом заниматься, коктейлей не будет, все. So there's no drink for none of you. Напитков не будет, потому что вы еле сидите. And me neither.
И нам тоже, кстати. No, no cocktails. No cocktails. Also, we cannot do cocktails here. Anyway, we are about to finish. Ну все, ребята, мы подходим к концу. So, as you can see, aperitivo, even though keep changing the evolution, the forms has changed a lot through centuries, but for some somehow always existed. Aperitivo. Смотрите, да, аперитив, он меняет сознание, он меняет наши народы, наше восприятие. И вот это отношение, оно всегда существовало. То есть оно всегда нас что-то объединяло, потому что, понимаете, да, ингредиентов куча, напиток один. And the reason why aperitivo always exists and transform is because it's always been capable to be adapted by different countries, by different ingredients, to mix ingredients from far away. It's always been very open. Aperitivo will never exist if strict borders or political reason will exist. Вот, и это очень важный момент. Аперитив – это максимально аполитичный продукт. Это продукт, это феномен, это идея, которой абсолютно плевать на границы, на расы, на нации, на какие-то конфессии. То есть это тот продукт, который объединяет тебе весь мир. Ну вы видели, да? Все ингредиенты внутри одного вермута или одного битера, они со всего мира. И это очень здорово. И он бы не выжил бы, если бы у него не было бы такого знания, мудрости, там, доброты ко всему миру. And aperitif today is a ritual, is a lifestyle. People go out, drink together, eat together. But I would like to, as a bartender, because who else is a bartender in this room? Who's a bartender? Кто бартендер? Кто бартендер в этом вот как раз зале, ребята? As a bartender, I would like to identify myself like an aperitivo, that I can last long, I can keep evolving forever. И мне эта идея максимально близка, потому что я, конечно, как бартендер хочу заниматься своим любимым делом дольше. Я хочу много путешествовать, я хочу общаться, я хочу быть как будто бы массивнее. И поэтому я хочу быть в каком-то смысле аперитивом от нашего бартендинг-комьюнити, что называется. Without being trapped down by other strange forces. И для того, чтобы меня не загоняли в клетку какие-то обстоятельства. Therefore, I would like to read a letter. Can you translate this letter, the letter for me? Yeah, I letter. I mean in Russian. Well, and I mean in English. Yeah, let's try to do this. Yes. Ну, вот тут какой-то фристайл. Сейчас попробуем. В общем, и у меня есть письмо. Я получил письмо совсем недавно, и сейчас мы попробуем его перевести. This letter is for a friend. Is a bartender, and is a person that definitely is one of the responsible person for one of the careers I've done in the past. So it's a person that did a lot for me, it's a person that did a lot for a lot of bartenders. Этот человек, это письмо от моего друга, и этот мой товарищ, это бартендер, и он в каком-то смысле ответственен, я ему благодарен за часть моей карьеры, за то, как сильно я познакомился со всем миром, за то, что он дал мне возможность, в общем, ездить, путешествовать, и я ему благодарен. И в общем, да. And I think that the bartender should be like an aperitivo, as I said. И как я уже сказал, я считаю, что настоящий бартендер должен быть настоящим аперитиво, то есть космополитным, понятным, мировым и, ну, как бы добродушным. Because the moment you betray, the moment you poison your essence of being something, being a bartender or being an aperitivo, that's when you will basically die. И как только вы придаете свое ощущение, свое понимание, что вы бартендер, вы, значит, человек аперитива, человек мира, что вам плевать на все условности, наверное, вы пропадаете, умираете как бартендер. Вы уже не специалист, и, может быть, непонятно кто. No, die physically, but will die in your profession. Profession. So this letter said, dear friends. Вот здесь написано. Сейчас будем фристайлить. Дорогие друзья. As a child, I lost my grandfather to dirty religious fanatics. В детстве я потерял деда благодаря грязным религиозным фанатикам. So with all my family we moved to London. Со всей моей семьей мы перебрались в Лондон. When I was in London, I was being young and also adult. Когда я был в Лондоне, so, you was what? Adult. When I was young. When I was young, когда я был парнем, подростком, I did not receive equal opportunity from the society because of my race. Я не получал равных возможностей с остальными по причине своей расовой принадлежности. Because there's still a lot of racism today. Потому что сейчас очень много расизма, очень много национализма.
But this made me stronger. Но это сделало меня сильнее. Weak people whose influences and power is momentary. Слабые люди, чье влияние и власть вот всего лишь сиюминутно. Can use only dirty politics to stop us from what our mission is about. Иногда пытается использовать грязную политику для того, чтобы остановить нас и повлиять на наши дела. And the mission clearly is to be a bartender. А наша миссия — это, конечно, быть бартендерами. I must tell you all that the dirty hands of those individuals and their methods of manipulation do not have the right to stop us. We must do our work and we do must enjoy it. И я хочу сказать вам, что грязные руки других людей, их манипуляции не имеют никакого права нас останавливать. Мы должны делать свое дело, то, что мы делаем, и делать его с удовольствием. Everything that happened in our life drive us to be better. It made us stronger. Made us the people we are like today. Все, что не происходило бы в нашей жизни, делало нас сильнее и вело нас к тому и к тем людям, каким мы являемся сейчас, и здесь и находимся. Remember what I've just said. Remember this story. And always avoid to discussing political, racial, and religious subject and topic. Соблюдайте конституцию нашей профессии бартендера. Всегда избегайте обсуждения политических, расовых и религиозных особенностей либо принадлежностей. I love you all. He loves you all. I love you all too. Well, he loves you all, and my spirit will always be at barometer. Я вас всех люблю, и мой приятель всех любит, и моя душа всегда будет с барометром. Thank you very much. Спасибо огромное. Бек Нарзи. Бек Нарзи. Дуже тобі дякую. О, найс. I've used a Google Translator. Ребята, здесь Google Translator. Это правильно? Is it right? Нет? Да, yeah, it is true, they say so. So being a bartender 1,000 years ago was much more difficult. Поэтому быть бартендером 1,000 лет назад было гораздо сложнее. Right. So this is it. See the aperitivo as an idea or even a way to put ingredients together. Also use it perhaps as an example of how things have changed or how things have survived in these thousands of years. Поэтому сама идея аперитива может продемонстрировать нам, как можно действительно оставаться вместе, общаться, как можно сопоставлять разные явления, особенности, и как мы можем все-таки выживать в течение тысячи лет. We still have a couple of minutes left in case you have some questions. If not, I invite you everybody to go and have a look at the stands outside to participate in the next talk, which will be here at 3:00. With Naren Young. In 30 or 40 minutes. Okay. At 3 o'clock. Yeah. Ребята, если у вас остались вопросы, мы лучше это сделаем индивидуально. А сейчас я приглашаю вас насладиться всеми остальными стендами, нашими барами внизу. Следующий семинар с Нарен Янгом и Максом Иващенко будет в 3:00 PM. Thank you so much. Спасибо огромное, Симона Капарали, The History of Aperitivo. All the life out there. Keep in touch. We're going to be at 3 p.m. Kyiv time. Bye-bye.